В начале ежемесячного оперативного совещания, которое состоялось в районном доме культуры, Валерий Венцель подвел краткие итоги деятельности муниципалитета в июне, где, помимо прочего, упомянул ввод в строй объектов социальной инфраструктуры, проведение ряда статусных мероприятий и проведенную работу по преобразованию муниципалитета в городской округ. 28 июня на заседании районного совета депутатов было принято решение о даче согласия на объединение поселений в округ и направление законодательной инициативы в Московскую областную думу. Традиционно самое пристальное внимание присутствующих было приковано к отчетам заместителей главы района. Первый заместитель главы администрации Дмитрий Волков отчитался о работе служб, предоставляющих гражданам государственные услуги. Особое внимание собравшихся он заострил на том, что реакция должностных лиц на обращение жителей по любым вопросам должна быть максимально быстрой. Мы на каждый день, на каждое утро в просроченном режиме видим количество обращений раз и своевременно принятие решений, особенно по территориям, коллеги, вы все это знаете на местах. Где-то это парковки на газонах, где-то это ямы во дворах, и мы молниеносно должны реагировать. Заместитель главы администрации Сергей Гаврилов, курирующий в числе прочего жилищное и дорожное строительство, отчитался о работе на проблемных объектах и ходе ремонта дорог в поселениях Ленинского района. В рамках программы губернатора Московской области «Дороги Подмосковья» из 10 автомобильных дорог на сегодняшний день у нас завершены работы по 8. 60 тысяч квадратных метров из 74 мы сделали, 81%. Соответственно, идем с небольшим опережением, восстановленным Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры показателя. На 30 июня показатели там 60%. Соответственно, две оставшиеся дороги, это улица Центральная и улица Ольховая, в ближайшее время будут также завершены. Заместитель главы администрации Альберт Гравин осветил аспекты социально-экономического развития района. Он отметил, что в муниципалитете сохраняются высокие темпы сдачи нового жилья, налоги от которого поступают в бюджет района. Также он озвучил, что Ленинский муниципалитет является одним из самых привлекательных для развития бизнеса. За 5 месяцев количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ленинского муниципального района выросло на 1078 единиц. Рост к началу года составил 113,5%. Напомню, что сейчас у нас 9039 субъектов малого и среднего предпринимательства. Наш Ленинский муниципальный район, по данному показателю, уверенно в течение всего времени занимает 2-е место среди муниципалитетов Московской области. Заместитель главы администрации Александр Усков озвучил этапы работы по возведению канализационно-насосных станций в новых микрорайонах и рассказал собравшимся и главе муниципалитета о ремонте отдельных территорий, уличного освещения и детских площадок. Также он рассказал о планах на будущий год. С 1 июля мы даже приступаем к подготовке предложений или формированию программы на 2020 год, то есть подготовки сметных расчетов, прохождения экспертизы. У нас уже на сегодняшний день есть очень много предложений от жителей. Соответственно, мы будем докладывать по мере подготовки этих предложений для принятия окончательных решений. В заключение совещания Валерий Венцель дал ряд персональных заданий своим заместителям и руководителям ряда служб, касающихся текущей работы муниципалитета. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.